Привет, друзья, меня зовут Солнце, и я решила снять такое небольшое видео, чтобы мне больше не задавали вопросов о том, настоящая я или нет. Многие не понимают мой ответ, когда я говорю, нет, я пластилиновая, или нет, я пластмассовая, нет, я плюшевая. И вообще мне, если честно, надоело немного выслушивать комментарии о том, что я фейк, я не настоящая, я вот такая дура, я вот такая овца. А все потому, что у меня 00:30 ночи, или я еду в метро, или у меня какие-то другие дела, и я не могу постоянно фоткаться с листочком, на котором написано, что я солнце. Поэтому я думаю, что лучше я сниму об этом видео, где я вот так вот шевелюсь, я существую, я не голограмма, меня можно ущипнуть, и расскажу вам, в каких социальных сетях я есть. Ну и уж лучше я сама вам расскажу, в каких социальных сетях я есть, и вы будете общаться именно со мной, а не с какими-то другими людьми. Потому что я очень переживаю, когда создают левые страницы, а потом рождаются слухи, рождаются сплетни, отвечают так, как я никогда бы не ответила, отвечают как-то грубо, отвечают как-то плохо. И меня, если честно, этот вопрос волнует, потому что я есть я, и я не хочу, чтобы у вас складывалось обо мне какое-то неправильное мнение. Точнее, не то чтобы неправильное, а мнение, которое у вас формируется на основании общения с абсолютно другим человеком. Так что давайте я вам расскажу, где я есть, где меня можно добавлять, где со мной можно по возможности общаться, и поехали! Во-первых, конечно, я, как любой подросток, есть ВКонтакте. ВКонтакте у меня две страницы. Две. Не четыре. Две. Две страницы, одна из них, первая которая, она официальная. Там я стараюсь всем отвечать на сообщения, там я стараюсь всех добавить в друзья до тех пор, пока позволяет лимит друзей ВКонтакте, а лимит в друзей ВКонтакте это 10 тысяч человек. В любом случае у меня открыты личные сообщения и по возможности стараюсь с каждым поговорить. Но не всегда это, правда, получается, но я стараюсь. Вторая страница, она первоначально была первой, но сейчас я на нее захожу редко, и она нужна мне чаще всего для хранения каких-то файлов, для личных переписок с друзьями, ну и она просто есть. Вот, туда я добавлять никого не буду, можете туда не стучаться, она просто есть, и она просто периодически нужна мне, поэтому общаться там ни с кем не буду, добавлять туда никого не буду, для всего этого есть первая страница. Еще я есть в Твиттере, хотя в Твиттере вроде нет моих фейков, но я как-то не особо за этим слежу, возможно и есть. А в Твиттере я пишу, последнее время в Твиттере я пишу часто, я пишу, когда у меня плохое настроение, я пишу, когда у меня хорошее настроение, я пишу, когда я читаю какую-то интересную книгу, в ней есть какая-то интересная цитата, я пишу, когда я слушаю песню и в ней какие-то классные слова, я пишу, когда я лазю в интернете и вижу какую-то очень мудрую цитату. В общем, пишу в Твиттер часто, периодически, стыдно, очень, но бывает. Интересная вещь, я вам скажу, этот ваш Твиттер. Ну и еще я есть в Инстаграме. Не скажу, что я выкладываю фотографии часто, хотя в последнее время, да, я делаю это относительно часто, ну, то есть раз в неделю, раз в дня 3-4, раз в 2 недели, ну, как-то так. Я не могу выкладывать сходу 50 фотографий в ближайшие 5 минут, у меня просто даже нет таких фотографий, вот, выкладываю. Всегда читайте подписи, потому что я очень часто рассказываю о том, как прошел день, делюсь своими впечатлениями, я думаю, вам будет интересно. В общем, что я вам хочу сказать, я есть, я существую, меня можно потрогать, меня можно ущипнуть, и я существую, да, я не нарисованная, я настоящая, и вот ссылки на социальные сети, в которых я есть. Я все эти ссылки обязательно оставлю в описании под видео, заходите, не общайтесь с фейками, и я очень стараюсь сообщаться с каждым из вас, спасибо, что вы со мной, я вас очень люблю. И увидимся, услышимся, напишемся, посмотримся, почитаемся во всех вот этих социальных сетях. Я вас очень люблю. Всем пока!